Добрый день! Сегодня мы рассмотрим 33 мини-диалога на английском языке. Данные вопросы и ответы могут использоваться в различных жизненных ситуациях. Повторяйте за диктором вслух. Are you ready to go? Ты готов ехать? Hold on a minute, I can't find my house keys. Подожди минутку, я не могу найти свои ключи. Is this seat taken? Это место занято? Unfortunately, it is. К сожалению, да. Could you do me a favor? Ты можешь оказать мне услугу? Of course. Конечно. How was your day? Как прошел твой день? Same as always. Как всегда. How will you spend the evening? Как ты проведешь вечер? I'll probably stay home and watch TV. Я, наверное, останусь дома и посмотрю телевизор. What are you interested in? В чем ты заинтересован? I like history and geography. Мне интересна история и география. Are you going to be late today? Ты сегодня задержишься? Yes, I think so. Думаю, да. Would you open the door for me, please? Ты бы мог открыть мне дверь, пожалуйста? With pleasure. С удовольствием. Whose book is this? Чья это книга? That's your book. Это твоя книга. Do you have an appointment? У вас назначена встреча? Sorry, I don't. Извините, нет. Are you ready? Ты готов? No, not yet. Еще нет. How would you like to pay? Как бы вы хотели расплатиться? I'll pay by credit card. Я расплачусь кредиткой. How's the weather? Как погода? It's very hot. Очень жарко. Do you have friends there? У тебя там есть друзья? Yes, a lot of friends. Да, много друзей. Is that right? Это правильно? Absolutely right. Абсолютно верно. Would you like to order now? Вы хотели бы сейчас сделать заказ? Yes, please. Да, пожалуйста. Don't stop here. Не останавливайся здесь. Where can we stop? Где мы можем остановиться? Do you feel better now? Ты себя чувствуешь получше сейчас? Much better. Намного лучше. What's this? Что это? That's a book. Это книга. Where do you come from? Откуда ты родом? I come from Bangkok. Я из Бангкока. Where is the end of this line? Где конец этой очереди? The end of the line is around the corner. Конец очереди за углом. How much do I owe you? Сколько я вам должна? 150. 150. What kind of sports do you like? Какой вид спорта вы любите? I like swimming. Мне нравится плавание. Will you go shopping with me? Ты пойдешь со мной за покупками? Of course. Конечно. What time shall we leave? В какое время мы уедем? In about 5 minutes. Примерно через 5 минут. When is it convenient for you? Когда тебе удобно? Friday afternoon is fine. В пятницу после полудня будет удобно. What do you feel like for dinner? Чего бы ты хотел на ужин? You can decide. Как ты решишь? What are you doing? Что ты делаешь? I'm cooking. Я готовлю. How did you get there? Как ты туда добрался?
I got there by plane. Я добрался сюда на самолете. Where can I find a supermarket? Где я могу найти супермаркет? Just around the corner. Сразу за углом. What's your plan for the summer holiday? Каков твой план на летние каникулы? I'm thinking about a visit to Paris. Я думаю посетить Париж. Where are you going? Куда ты собираешься? To the post office. На почту. Do you need any help? Вам нужна помощь? Please call an ambulance. Пожалуйста, вызовите скорую.